В этом видео я покажу, как пройти все уровни эскалации, 7 смертных грехов, гордость, выбрав оружие с относительно легким вариантом прохождения. Первым делом нам нужно найти стол с павлином и выбрать оружие для ликвидации целей. При выборе оружия с легким вариантом прохождения всех уровней эскалации, помимо основного испытания The Pride Profusion, будет выполнено испытание Humility. После этого можно третий уровень пройти со сложным вариантом прохождения. Тогда будет выполнено испытание Ambivalence. А затем можно перепройти эскалацию и пройти все уровни, выбрав оружие со сложным вариантом прохождения. Тогда вы выполните испытание Hubris. Сейчас нам нужно выбрать взрывчатку. У нас две цели, которые мы можем устранить одним взрывом. Обязательно это сделать за спиной проходящего персонажа. Я бросаю взрывчатку близко к целям и тут же убегаю. Взрываю я тогда, когда уже обгнала проходящего персонажа. И направляюсь к выходу со скутером. Таким образом, первый уровень эскалации был пройден достаточно быстро. На втором уровне нам также нужно первым делом найти стол с павлином и оружием. Начинаем мы уже на центральной площади локации и направляемся в прачечную. Вводим код 0118. И поднимаемся на самый верхний этаж. На крыше этого здания у нас стол, и мы выбираем снайперскую винтовку. Подбегаем в самый угол и первым делом убираем цели по центру. Стрелять можно в тела, этого достаточно, так как винтовка пробивает цели. Все, 4 цели устранены. И у нас появляется еще несколько целей, которые можно уничтожить, вызвав взрыв. Все цели устранены, и выход у нас находится тут же рядом. Таким образом, второй уровень эскалации также пройден достаточно быстро. На третьем уровне мы также должны найти стол и выбрать оружие. Сейчас у нас цели находятся в здании ИСа. Мы берем лом, обходим камеру слежения и открываем дверь. Поворачиваем направо. И проходим в эту дверь. Нашей камерой открываем решетку. И вот он наш стол. Теперь мы выбираем саблю. У нас появилось 4 цели, и тут важен очень порядок. Начинаем с этой цели. Потом цель у окна. И у нас две рядом цели, которые
нужно просто быстро ликвидировать. Никто не заметил, и мы можем покидать эту миссию. Здесь важно дождаться, когда пройдет персонаж посторонний. После этого мы можем подниматься по лестнице. И направиться к выходу. Так как у нас есть лом, мы можем открыть им люк и покинуть эту миссию. Таким образом, все уровни эскалации пройдены достаточно быстро. О том, как пройти все уровни эскалации со сложным вариантом прохождения, смотрите мое другое видео. Удачи!